Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Том Клэнси The Division 2, и в этом видео я расскажу вам, как собрать все спецкомпоненты, которые нужны для выполнения спецпроекта, спецпрограмма, короче, слишком дохрена всякого спец. В общем, вы поняли. И для того, чтобы выполнить этот целевой проект, вам понадобится 6 именных спецкомпонентов, они вот показаны буквами, и также 10, так скажем, универсальных спецкомпонентов, которые никакого префикса не имеют. Именные спецкомпоненты выпадают на миссиях. Список миссий находится прямо в самом задании целевого проекта. И хоть в нем и написано, что получать материалы требуется выполнение миссии против черной бивни, даже если вы будете сражаться против изгоев, гиен или сынов, вам все равно упадут спецкомпоненты. Ну, с каким-то шансом. Потому что мне точно падали компоненты и против изгоев, и против гиен. Но все же дам совет, если вы идете на миссию, старайтесь сразу включить вторжение, если оно доступно у нее, потому что у некоторых миссий вторжения нет. Но если же вы вторжение включить не можете, то советую проходить либо на высокой сложности, либо на испытании. Потому что я, начиная с момента выхода этого обновления, фармил огромное количество миссий на разных сложностях, и у меня ни разу не выпадали спецкомпоненты на уровне сложности средний и сюжет. На высоком и испытании падало. На вторжениях падало. Поэтому, если идете за спецкомпонентами, то советую идти на сложность от высокого и выше. Ну а что касается универсальных спецкомпонентов, то тут вообще все просто. Идете в оккупированную ТЗ и начинаете убивать мобов. На ориентирах, просто в мире, и вам будут падать эти спецкомпоненты, причем в огромном количестве. Где по 5, где по 2, где по 3, но факт в том, что вам будет падать их много, и поэтому вы очень быстро их нафармите. Самая большая сложность потом это выйти из ЦЗ, потому что на КПП обычно сидят вот такие вот. Этот тумблер означал, что я только что перешел в режим интеллигента, и поэтому меня YouTube точно не забанит. Итак, на КПП можно часто встретить вот таких вот индивидуумов, которые ввиду своего недалекого ума не могут оценить суть своего проступка, поэтому, ребят, внемлите моему совету. Как только вам повстречаются аналогичные субъекты, обязательно выйдите из КПП и вы возлюбите этих господ в вашей любимой позе. И только после этого вы можете отправляться по своим делам, потому что получите просто невероятное моральное удовлетворение от умерщвления этих конченых уебанов. В общем, неважно. Собрав все свои спецкомпоненты, вы сдаете целевой проект, получаете свои чертежи, заслуженные, потому что вы фармили, вы проходили миссии, вы убивали конченых мразей, и, разумеется, вы получаете за это все целых 6 чертежей на говношмотки. Да, ребят, потому что этот сет полнейшее говнецо. Поэтому, ребят, если вы целенаправленно пытаетесь заняться выбиванием вот этих всех спецкомпонентов, откажитесь от этой идеи. Пускай они выпадают вам рандомно, вам это все равно нахрен не нужно, поверьте мне, не нужно. Нет, не нужно, просто бросьте, забудьте об этой идее. Будут выпадать — без проблем, выполните. Не будут выпадать — ну и хуй с ними. Потому что я потратил целую неделю вечеров на гребаное нихуя. Причем вот какая странная закономерность. Какой бирюзовый сет не возьми, он полное говнище. Все 3 сета, которые сейчас ввели, они полностью неиграбельны. Они нахрен никому не сдались. Возможно, только патриот как-нибудь там пригодится для того, чтобы там на рейдах сражаться. Но все остальное полное говно. У меня все, надеюсь, я вам помог, ребят, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!